Динамовцы, привет! Этот влог будет посвящен сборам нашей команды. И который день я здесь нахожусь, уже третий или четвертый день сборов. И я смотрю, как пацаны устают, под какими нагрузками они сейчас. Сегодня я решил узнать, нацепив на себя вот этот нагрудник, насколько действительно тяжело и выдержит ли неподготовленный организм. Сегодня неподготовленным организмом буду я. Выдержит ли эти нагрузки и насколько будет тяжело мне сегодня? Какие лайфхаки на сборах присутствуют? Сегодня мы все это узнаем. Всем привет, динамовцы. Сейчас я вам расскажу, чем мы занимаемся в тренировочном процессе. Вторая серия, это что? Вот 3 по 60, которые будут. А2. И ты думаешь, я на вторую встану уже? Ты что? Вторая серия, в смысле? 3 не, по 60. Я понял, 3 плюс 60 и вторая 3 плюс 60. Да, вот вторую сделаю. Да, не говорю. Давай. Я ставлю, что Рома этого не сделает. Рома до второй серии не доживет. 60. Я устану? Вратари не устают. Ты не пробежишь. Вратари не устают. Ты понял, какая вторая серия? На что спорим? Да, на что спорим? На KFC. Тебе вот вот первые сборы заканчивают, ты меня ждешь KFC. Ты знаешь, я обещание сдерживаю. Только Альбу с собой не бери, он в этом споре не участвует сейчас. Он уже дома разминается, приходит, поэтому он не устает. Кстати. Вот через комбинезон у тебя. Это что, вот так камеру нацепить? А, вот перед тренировкой что надо сделать? Ну, выспаться, что-то поесть? Выспаться? Не, ничего не есть. Позавтракать. Ты завтракаешь? Да. Чего ты завтракаешь? Копи. Американский завтрак. Да. Брат, перед бегами, перед бегами. 70% ну, да, конечно, перед бегами ты завтракаешь. Я обрыгался. Легкий такой. Вот, не, стакан воды выпил, все. Ну, это тебе, брат, посмотри сюда, брат. А что там? И что там? 65 килограммов. Слышишь, я тебя без футболки видел, у тебя там такой пузан, рассказываешь мне. Ну, у меня тут все нормально. Сань, ну ты знаешь, как, где халяву найти. Вот за спиной Алексеевича всегда держаться, чтобы он не смотрел. Не, нет, это не честно. Ты должен нормально, как мы бегаем, так и бегаем. Ты должен быть честен перед собой, да? Да, и перед спором. Так же? Ну, конечно. Ну вот, ты спросил, где можно с халявой, да, когда Алексеевич не смотрит. Это можно, конечно, но это тебе надо обратиться к Никите Болгову. Да, он да, по да. этим делам он, у нас. Ну, по нему видно. По нему да. Видно. Ой, Бразилии, то. Никита, мне посоветовали тебя. Кто мог посоветовать? Саша Дьячков, он посоветовал тебя. Ты шаришь, где можно схалявить. Там за спиной Алексеевича где-то поддержаться, чтобы он не видел. Это опыт. Серый, я сегодня насколько, ну, до конца вытерплю. Ну, бега. Иди вон, попроси. Гонишь 6 минут, ты умрешь. Так я энергетик выпил перед тренировкой. Не поможет, слабым не помогает ничего. Не, вот я тебе хочу, знаешь, что сказать? А, я сегодня, нет, я вчера ночью очень поздно уснул, там по учебе готовился к экзаменам. Ага. Я сегодня проснулся, я думаю, не, никуда я не пойду. Но я все-таки встал. Я уже себя победил, нет? Ты приболел, у тебя может температура. Кстати, можно я с ними побегу, поснимаю их вот так? Или нельзя? Конечно, все можно. Можно? Ты что, только смотри, этот. Да-да, не сбивал их. Да-да-да. Снимать куда легче, чем бегать. Я это понял. Это только первое? Вы еще не закончили. Какой на меня сейчас кайф, то, что я выиграю твой спор? 1.5, так можно. Сейчас 1.5 еще? Может, на характер. A few moments later. Сдулся. Где Марик? Да, я ему сказал. Хотя бы серию бы добегал. Да, добегал же, нет? Не, ну хоть пот появился.
так что это было не зря. Не, ну я не представляю, пацаны после беговой работы на тренажерах, оттуда они доносили, это понятно. Для вас это обычный день, да? Ну, ничего сложного, ничего сложного. Это я сейчас буду умирать, ну, наверное, дня два. Ладно, все хорошо. Ладно, нам тоже тяжело сейчас, нам очень тяжело. Но это надо. Когда легче бегать? Вот зимой, когда воздух чистый, холодненький, или когда жара? Ну, мне лично, когда попрохладнее. Да, летом жарко уже, вот ты бежишь, у тебя сил нету, пот из тебя льется, да, ручьем. Бишь костяк из местных. Да. На них команда держаться. Вон того местного сохранить, нет? Или... Спасем. Ты лучше скажи, как ты пробежал. Ты делаешь? Нет. Я всем честно рассказал, насколько мне было тяжело. А кому сказать, легко, брат? Что ты даже одну серию не добежал? Мали! Ну не с первого же раза. Покажи, брат, как... Мали! Сказали, турник 10 раз сделал. Не, но он зашел как смотрящий, смотри на него. А? А как подтягивался, покажи. Выход на 2,5. Прости, в Дагестане сколько слов сказал за неделю? Что, прости? Что, спроси? Сколько в Дагестане слов за неделю сказал? Наверное, 3... Нет, в день 2 слова, салам алейкум. Все, да? Да. Нет, 3, всем салам алейкум. Скучал ли ты по команде? Первое время, понятно, то, что ты был занят бытовыми делами, семья, то есть там вот родственники, все в них уходит. Но потом уже, когда все рассасывается, конечно, скучаешь. Но мы с пацанами со всеми поддерживали, я старался со всеми, пытался скидывать им видео, тиктоки, там смешные ролики в Телеграм, WhatsApp. Поэтому, да, соскучился. Но вот последние уже 10 дней прям очень сильно хотелось вернуться к тренировкам. Новый год — это также еще и подарки. Что тебе подарили? Какой самый запоминающийся подарок? Ну, самые запоминающиеся подарки, ну, все самые запоминающиеся, ну, и приятные, да, были. Да, да, понимаю. Ну, вот, брат родной у меня есть. Тоже вратарь? Он, да, нет, ну, нет. Он играет там в любительской лиге. Сложно назвать вратарем, но все же вратарь. Брат мне подарил крестик. У меня был серебряный крестик, православный, маленький. И он мне подарил намного больше его, так как я сильно верующий. Поэтому это очень был самый приятный подарок. Ну и, конечно, от девушки тоже подарила духи, ремень. Ну, все брендовое. Ты сказал, ты сильно верующий, в Ставрополе уже ходил в церковь? Да, ходил, да? На Рогожникова. Ух ты. Да, красивая церковь, очень. Я раньше на Рогожникова жил, у меня церковь прям рядом была. И утром все время слышно были колокола. То есть, ну, приятно. Некоторым людям, может, это не понравится, но мне очень приятно было. Thank you.